Как решишь улетать, только скажи. Всем привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить Far Cry Новый Рассвет. А я тут увидел такую фигнюшечку, что высадка какая-то. Давайте. Картофелина готова. Стручок славный парень. И давайте тогда я выполню это задание. Не, это я задание не буду выполнять, я его решил по второму кругу сделать. Короче, аванпост отвоевал. Дважды я даже отвоевал, я не совру. Я его, в чем прикол, я его дважды, вот смотрите-ка, отвоевал. Пока третий, ладно, забудем. Нравится пляж? Ага. И мне. Разблокируйте быстрое перемещение. Это место будет получше, чем отцовская хижина в лесу. А я могу выбрать уже здесь это задание, не? Просто, блядь, я не увидел сразу этой кнопки. Теперь ты, я и картофелина снова примемся за то, что у нас получается лучше всего. Будем бесить рейдеров и красть у них ресурсы. Послушай, рейдеры нашли разбившийся авианосец и устроили на нем тайный склад. Ха, думали, что никто об этом не узнает? Я что-то не помню. Нет, а именно Far Cry 5 какой-нибудь авианосец. Запасы. Ну, может, просто было, я не помню. Туда. Может, даже по пляжу погулять. Ну, вообще, в упор ничего не вспоминается. Да я шучу. Рейдеры будут в ярости, так что сматываться придется быстро. Ну, сатанти, можешь капот. Вылазка. Начать. А почему бы и нет? Я вообще так чисто бегал, смотрел на мир, открывал здесь парочку, улучшил несколько построек у себя именно в убежище. Не стал я показывать этот геморройный процесс. Ларри Паркера я здесь нашел. Ну, чисто случайно пошел к тайнику там, а это оказалось место Ларри Паркера. Флорида, да ладно! Мы больше не в Хоупе, в Южной Дакоте. Подождите-ка, мне даже любопытно, а здесь есть карта? Ага, блять, конечно. Подождите-ка, награды. 300, 100, 100, 100, 115. Найдите груз и заберите его. Сложность первая. Проверь снарягу и вперед! В чем прикол, смотрите-ка, я бы хотел показать вот... А где это было, кстати-ка? По-моему, навыки. А нет, это пушки я хотел вам показать, а... Покажи им, кто тут главный. А забыл, что пушки-то не здесь. До скорого, осторожно. Это точно Флорида, а не GTA 5? Рейдеры будут его искать. Он шанс. Ну да, какие-то джунгли. Надо будет пушки новые покупать, другую снайперку, например, взять, потому что это все. У меня-то уже открыто второго уровня, я, как видите, я даже прокачал навыки. Это тоже геморройный процесс, и я не стал показывать вам. Сейчас коплю вот на это. Именно вот на это. Хочу вот, чтобы по стелсу, знаете, их вырубать, а не как-то шумно. Потому что шумно это очень опасно. Очень, блядь. И вы не поверите, насколько, тем более вот эти... которые с золотыми коронами над башками, так они вообще пиздец. Ага, змея. Только не говорите, что это все, кто здесь будет. Вижу еще одного. Статиком. Хотел бы показать вам, что у меня еще даже здоровье прокачано до второго уровня. Как я понял, здесь будет где-то 4-5 человек максимум. Но пока, знаете, я никого не вижу больше. Но это еще первая, как бы сказать, вылазка.
Дальше-то будет посложнее намного, я вот уверен. Это что, акула? Да ладно. Это что, в реале акула? Ой, ну нахер. У меня оружие хреновое, чтобы бить ее. Так, что-то опять фейерверки пускают, блядь. Ну а чё, Новый год-то был совсем недавно. Буквально 5 дней назад, у меня уже 5 число. Я сегодня как раз и выложу вот эту серию. А вот так получилось, что вообще нет серии, блядь, на сегодня. У меня, конечно, записан Far Cry, но он чуть-чуть позже выйдет. Так, давайте-ка я сразу же возьму. Секунду. Так. Это, по-моему, тоже не здесь прокачивается здоровье. Я уже не помню, где оно прокачивается. А, все. Это надо убежище наше улучшать. Я еще как дурак, блядь, встал, постоял, блядь, посмотрел на него, выстрелил и сдох. А, блядь, я даже не знал, что он поедет. Так, надо с этим будет внимательней. Через 30 секунд после взятия груза рейнджеры поднимут тревогу. Тщательно подумайте свой план отступления. Но надо вообще их, надо сначала всех перебить. Чтобы не было никаких вот проблем у меня с ними. А вот у меня даже вопрос, а... Сообщу по рации место встречи. А если в редакторе карты, ну вот, знаете, вот аркада как была Far Cry 5, здесь же, по-моему, тоже же есть она. А вот мне любопытно, а можно ли вот этот весь авианосец перенести в карту, которую я буду создавать? Не, как бы у меня нету этой игры. Да похуй. Ага. Ага, все. Но сейчас никаких проблем не должно случиться. До сих пор где-то здесь акулы. Да? Где она? А нету, прикиньте. А нет, вот она. Она где-то вон там, да. А смогу ли я ее убить? Не, вот любопытно. Угу, конечно, блядь. Да ладно, тут лестница все время была. Я что-то ее вообще не приметил. А я что-то прыгал там, залезал. А, здесь можно еще и по-другому залезать. Вот это авианосец. Как-то так. Уже забыл, блядь, как называется. Но бывает, ничего страшного. Давайте-ка я уберу его отсюда. Бля, прям палил на меня и похуй. Опа. Да вряд ли кто-то спалит, блядь. Я так хорошо привыкался.
Что всем, я думаю, похуй. Так, ну что там? Сука, я же его обозначал! Подождите-ка, не-не-не-не-не-не. Я его обозначал. При вас прям обозначил, блядь, этого чела. Или чё, вылез и дал другому сесть? Ну это бред, блядь. Причём прикол именно тогда, когда я вскрыл сейф. Меня начали палить. Ладно, ничего страшного. Ну, поняли ошибочку. Понял. Я понял вообще шикарненько ошибочку. Сейчас исправим. Да, только вот когда загрузится. Проверь снарягу и вперед. Заткни свою пасть. Отвезешь груз, я за тобой вернусь. До скорого. Осторожно. Вот мразь. Груз оснащен GPS. Кидает меня прямо здесь. Рейдеры будут его искать. Он шанс. Как-то я вот здесь обозначил чела. Почему сейчас не обозначается? Какая-то хуйня происходит, блядь. Я же все-таки его обозначил. Блять, не хочет она умирать. Так. Да, лучше. И, блядь, сколько мне надо еще этих кошакул сделать? Или что-то в этом роде? Так. Так, утка. Ну я пока нету, блядь, прикиньте, акул. Они что, возможно, просто в хоупе не водятся? Я надеюсь, ты забрал все у нее стрелы? Угу, конечно. Она, наверное, уже и забыла, что такое стрелы. Сделаю намного проще. И все-таки надо остерегаться той машины, потому что она именно будет меня палить. Да она катается туда-сюда. Пока нету. Давайте. О, вылез!
А я тут думал, там веками будет. Титан. Он как раз нужен для создания пушек. Так, понял, запомним, что здесь аптечка, короче. Надо всех аккуратненько вынести, чтобы, ну, никто не мешал. Наверх, эта лестница ведет наверх, на вторую палубу. Идите по коридору и попадете в каюты капитана. Сумку пока брать не будем, надо сначала вот разобраться с этим. После этой миссии, короче, вернемся к сюжету. Я чисто вот зашел сюда, чтобы посмотреть, что это и как это. Ну а без вас я, конечно же, не хотел ее начинать, а зачем мне это? Пали контору, пожалуйста. Ага. А что они делают? Эх, я думал, что здесь карта недоступна. Надо, короче, попробовать резко выстрелить. Они прям, прикиньте, через истребитель просто перепрыгивают. Все неправильно просто делаю. Но от них надо как-нибудь избавиться. Да сука, блять, почему не на автонаведение не включается? Сука, блять. Кошка? Чего? А. Вот то, что мне надо было. Ага. Еще сейф. Бля, без проблем. Камон, блядь, открой. И что, все заново каждый раз? А, нет. По-моему, потом уже будет проще его открывать. Там специальный навык надо будет прокачать. Я даже посмотрю, что надо для этого навыка. А вот. Удерживайте, чтобы взломать дверные сейфы. Ну, как бы я прокачать могу, но я хочу вот именно вот это прокачать. Вот это. Оно вот, блядь, 100% нужно. Вот это самое лучшее, я считаю. На 2 очка. Если это принесет хоть какие-то плоды интересные, то я, наверное, вне серии буду бегать это. Место для сохранения, как только Дани поставит дверь, мы станем складывать наши припасы здесь. А пока, если найдется кто что-то полезное, клади его в сейф, только рядом.
опять. Так, убери. Вон там что-то есть. Но что-то я и не хочу рисковать. Неужели их только двое осталось? Ну не поверю я. Что за? Вырубайте чертово музло. Так, что у меня есть на всякий пожарный? Прикройте! Я вперед! Вижу! Нет, нет! Хватай груз и вали оттуда! И поторопись! Рейдеры сделают все, чтобы не дать тебе уйти! У меня же, по-моему, граната были, да? Ты будешь сюда! Иди нахуй, дай перезаряжусь! Тебя уничтожу! Сука, блядь! Вот это я сейчас в охуе, блядь! Беру. Да кто там такой, такой детский-то, блядь? Так, а где здесь выйти? Да, блядь, кто так хуярит? Нас хотят обобрать. Следуйте за сигналом. Хватай груз и вали оттуда. И поторопись. Рейдеры сделают все, чтобы не дать тебе уйти. Что бы я понимал, блядь? Сука, блядь, ненавижу эти. Блять, без него вору не сбежать. Завали хлебало, блять. Вылезай. Да, блядь, вылези отсюда! Бесполезно это говно. Сука, блядь, быстрее сойдите, я тебе сейчас... Я уже близко. Я так думаю, пора отсюда валить. Да чё ты, блядь, говоришь? А я-то думал, можем пикником заняться. Я чем-то напоминает Far Cry 5. Ну блин, ты даешь. Просто зверь. Рад, что да ты... я вообще просто пиздец мощный. Да, прекратите, заебали.
выполнено. А вы прикиньте, как это будет на втором, третьем уровне. Это же пиздец. Особенно на третьем, когда там элитные бойцы пойдут. Ну, к концу игры я собираюсь прокачаться по максимуму, чтобы, знаете, финалку быстрее пройти. Мне друг рассказывал, что финалка жесткая, очень жесткая. Посмотрим, может у меня получится лучше, может хуже, посмотрим. Блядь, быстрее давай грузись, надоело. О, не-не-не-не, я не пойду, я не пойду больше. Мне хватило, блядь. И тебе приветик. Так, нужно что-то улучшить до второго уровня. Работаю на износ, чтобы карта там... Обувь, из чего угодно. Навык. Чего? А, не-не-не, я не хочу этого. Я, во-первых, так, карта. Во-первых, хочу сюда. Селена Гангрена? Чего? Я уже в который раз пытаюсь доехать до туда, но мне все ванпост не дает сделать. Ну вообще, статика изначально я подумал, что вот это бесполезный смысл делать аванпост сложнее с каждым разом. Но оказывается, что... Чем он сложнее будет, тем больше ресурсов я смогу оттуда у вас забрать, как я понимаю. И мне это очень нравится. Сколько я вот, например, могу в этом аванпосте забрать ресурсов? 300, смотрите-ка, 20. Ну я о чем и говорю, блин. Мне, кстати, что-то еще новенькое для персонажа досталось. А, ну да. Рыцарь. Это, наверное, небольшая отсылочка к их игре For Honor. Блять, что это за хрень? Как бы выглядит неплохо, но... Но эти татушки, блять, пугают меня, пугают. Ну ничего здесь больше нормального как бы и нету. Салага, блять. Не, я как бы оделся, как хотел уже. Хотелось бы нормальные джинсы, например, еще. Космическая обезьянка, спасибо. Здесь также, кстати, присутствует небольшая отсылочка к Blood Dragon'у в виде пистолетика этого AGM-9, по-моему. Ну все, ладно, не будем мы здесь лазить. Пойдемте уже, поедем. Надо все-таки доехать, я хочу людей побольше собрать. Тем более, по-моему, если я ничего не путаю, чтобы улучшить нам базу, там, да, еще осталось одного специалиста спасти и Томаса Раша. Ну, Томаса Раша я не знаю, получится ли в этой серии, но в следующей так точно. Ну, долго мы затянули немного с этой вылазкой. Но я постараюсь сделать еще Раша в этой серии. И что там так много птиц? Я сейчас напомнил одну ситуацию. Короче, я иду, короче, к маме. И при этом вот врубается музыка Linkin Park, In The End. И в этот же момент я, блядь, поворачиваю голову на железную дорогу. А я как раз по мосту в этот момент шел. И смотрю, там куча птиц просто. Такое чувство, как будто я попал в какой-то хоррор. Еще такая музыка от Linkin Park играет. Вообще круто было. И криповый в то же время не очень. Так, статика, волки нам нужны по заданиям.
Волки, 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 волки. Ну, волки, волочки, да. Где они? 5 надо, там волков. Ага. Ну, если повезет, то я их возьму. И надо после этого будет переместиться назад к себе. А я узнаю это местечко. Но. Я был здесь когда-то. Здесь одна из миссий была. Никакого не ужина. Так они еще первого, прикиньте. О, как раз печка надо. Я пошел, прикройте! Она над нами. Подождите-ка, ну что, мне засчиталось? Там что-то сказано, что надо убить дикую собаку. Ну да. Я тебе глаз на жопу натяну! Она вон там! Вижу цель! Я убью тебя быстро, а потом убью медленно. Да ты уж определись. Ты где это там? Я-то подумал на дерево залезть. Гениально. Так, этому ничего не надо. Можно это было все по-тихому сделать, но раз уж как я сделал, так и сделал. Это... Так, где-то вот прямо тут. А, ну вот, смотрите-ка, уже 7 навыков. А почему 7? Там же, по-моему, за дикую... А, за дикую собаку одну дает. Вот, ладно. Еще бы кабана бы, блин, одного найти бы. Так, и точно помню, что где-то здесь чел был. Он еще так приныкался где-то здесь. Ага, вот он. Все, кажи... А, нет, там еще двое, с кого я не собрал. Ну что, почитаем? Дневник выжившего. Рейдеры неумолимо идут вперед. Они заполнили всю долину и забирают все, что могут найти. Я скрываюсь от них уже несколько недель. Сплю в укромных местах среди обломков. Если ничего не изменится, скоро я умру от сердечного приступа. Нужно уходить из этой долины. А? Так, ну да, я здесь, помню, убил. Так, по-моему, здесь перемещение у нас должно было открыться, да? Ну да. Нужен уровень вылазки 2. Навык. Чтобы я мог перемещаться сюда, да? Так, а у меня разве сейчас... А, ну да, у меня сейчас только первый уровень. Подожди-ка, нет. Наемники и спутники ранга... А, второй именно уровень. У меня сейчас пока первый только. Ну я буду стараться, еще я вам посты уничтожить по несколько раз. А не прикиньте, какого уровня-то. Уйди нахуй! Thank you.
Сука, и куда ты пошла, падла? Молодец, молодец, иди. Куда ты опять побежала, маразота-то, блядь? Мне нужна шкура с тебя, ну, точнее, мясо. Посмотрите-ка, блядь, убежал их, блядь, хуй знает куда. Вот была бы пушка получше, я бы быстрее бы снес бы его. Ну сейчас, чем дальше будем по сюжету идти, тем будут сложнее враги. Они и так вот бывают еще жестче, чем надо. Что-то, блин, очень знакомое, блин, место. Я помню, что я был когда-то здесь. Возможно, здесь когда-то происходила миссия. Так, давайте-ка я попробую здесь залезть. Ага, ну вот. Да алё! Да ты чё, тварь? Да ты... Блядь! Маразота, блядь! Что ты, блядь, делаешь? Вот это сейчас она была. Не я. Это правда она? Она не хотела зацепляться. О, а теперь зацепилась. Может, я, конечно, раньше срока нажимал. Так, я наконец-то дошел до нее. Спустя, блядь, полгода, блядь. Я уже давно пытался до нее дойти. Уже давно хотел там начать серию, но... Как-то все вот так получилось. Так, успокойтесь, там фейерверки, пускай это Новый год уже прошел. Хоть и недавно, блядь, но он уже прошел. Вам-то это не должно быть слышно. Но я, по крайней мере, надеюсь. А, по-моему, это первая вышка, которую мы должны были уничтожить. Потом искали остальные вышки. Некоторые из них нам были показаны, некоторые нет. По-моему, да. Одна из шести. Не, спускаться я не буду. Ага. Я хочу сначала вот это все собрать. А остальные три, наверное, бункеры. Да, мы здесь были. Я помню вот этот бункер. Но может из-за того, что... Может я его помню из-за того, что добавлял себе в редактор карты. Когда я создавал карту для аркейда. Да, там у меня есть. Под названием Долина Йети. Ну, как бы вот так. У меня потом вот сюда вот вход был, и можно было спуститься вот сам вниз. Да, у меня здесь заложник был. Ой, как давно было. Здесь у меня было закрыто. У меня, конечно, не такой дверкой было закрыто, но там, короче, камнем было закрыто, как будто обвал случился. Ну все, значит, получается, здесь нету больше, окей. А где последний ингредиент? У нее что ли где-то поблизости? А, ну да, это мы здесь же дрались. Это первый бункер, в который мы, по-моему, попали. Юсуфа. О, фу. А Джозефа этого, который все помнят именно Юсуфом. Иосифом. Блять, уже все имена сейчас переберу. Подожди. Привет, это Селена, наука гангрена. Короче, огромное... Есть время. Как бы показано, что где-то еще и там есть. Это где-то здесь прям. Может, я где-то упустил ее, блять.
А черт, блядь, знает, где она. Ну мы здесь были, это бункер и кого-то был. По-моему, и Анна даже. Ну, брата этого Джозефа. Физика, психология. Боже, дружочек, у меня тут случай эпического провала. В прямом смысле этого слова. Я эти выращиваю травы. Ну, а, да? Понимаешь. Как раз ты нам не нужна. Не спрашивай, какие. Те самые, да, те самые. Я притащила сюда... Те самые, вы поняли, ребят? Те самые. Он упал. Свалился, блин, прямо в эту странную дыру. А там, типа, результат всей моей работы за год. Что за набор? Ну, за последние полгода он спас меня от 8 недостаточностей и 4 инфекций. Я, конечно, могу вырастить все заново, но если по чесноку... Ну, реально, дружочек, это аптечка, я без нее сдохну. До следующего урожая точно не дотяну. Да что там, до следующего месяца. Сейчас люди мрут от любой заразы. Достанем аптечку, и мы протянем еще какое-то время, чтоб с чистой душой сдохнуть в бою, а не от того, что наступил на гвоздь. Ну ладно, давай. Сюжетное задание, тем более. Но мы были здесь. По-моему, прохождение, если кто смотрел у меня прохождение Far Cry 5, те помнят как раз это место. Да, это точно бункер, в котором мы были. Тут записка от кого-то. Записка сектанта. Коллапс наступил, а мы еще не готовы. Если хотим укрыться тут, надо срочно здесь все починить. Снова появилась течь, но я не хочу, чтобы... Началась паника. На время ремонта надо перекрыть воду с помощью 2 желтых кранов. Главное, чтобы их никто не открыл, иначе здесь все затопит. Оу, май гад. Возвращаюсь. Чувствую, мне придется еще проплавать, да? Не? Ну, меня, как понял, вот сюда, потом туда, да? Да, здесь сектанты были когда-то. Я надеюсь, выше-то она не поднимется. Так, теперь проблема в том, что вода не поднимается. Нужно больше воды, чтобы затопило там все. Осмотрись. Да сука, блядь! Не дергайся, блядь! Слышь, псина! Я же усыплю тебя, блядь! Ну, я обещал усыпить, так усыпил. Жалко собачек, но они стали бешеные, что тут сказать. Так, я понимаю, что мне сюда, и опять что-то надо затапливать. Батюшки, да идите вы нахрен. Я не хочу плавать. Это мразота не умеет нормально плавать. А как они здесь оказались?
Ага. А вот камера, по-моему, где мы появились. Ну, похоже просто. Чтобы подняться, нам надо опуститься. Ты, главное, не паникуй. Паниковать моя прерогатива. Если паниковать, то быстро кончится кислород. А так и утонуть недолго. Основы физиологии. Прости, я опять подул на микрофончик. Потому что было тяжело. Я тут, кстати, прокачал себе боевые боеприпасы или что-то в этом роде. Сука, но вот проблема в том, что если я... Так. Если я, например, запущу... А воду, как я уйду отсюда? Ой, да ладно. Так, что там за скрипучее волшебство ты применила? Сделай это еще раз. Вентили покрути или рычаги, подергай, короче, увеличь давление. Короче, мне туда надо будет, да? Так, я видел записку где-то здесь. Он вот... А, он там висел, точнее. Почитаем. Записка сектантам. Мы все погибнем, если будем обращаться с системой водоснабжения так легкомысленно. Открываю все клапаны, чтобы наполнить центральный резервуар. Резервуар! Не забывайте открыть трубы, чтобы отводить воду, иначе вы затопите шахту и нам конец. Мы уже изнурены голодом и болезнями. У нас больше нет отца, который указал бы нам путь в это темное время. Потоп погубит нас. Так, здесь 4 клапана. Пять клапанов. Шесть клапанов. Идиот, блядь, стоял на одном месте. Сейчас бы еще понять, куда плыть. Не, как бы я вижу метку, куда она мне показывает, но... Может, это прозвучит глупо, но где вода, там и крокодилы. Просто вспомнилось, ясно? Фу. Что это? Давайте-ка я лучше выстрелю. Так. Нужно еще немного воды. Попробуй по лестнице.
осторожнее. Она так говорит, как будто здесь змеи есть. Когда выпущу воду, можно будет отсюда просто уйти быстренько. Это очень хорошо. Так, у меня все еще 7, да, их? Да сука, все кнопки сейчас переберу. Так, давай-ка я лук возьму. А куда он побежал-то? Здесь же нету больше выхода. А где змеи, там и крокодил. Записка сектанта. Мы умирали в сырости. Больные и голодные, но дважды наверху показался Иосиф. Все, что он предсказывал, сбылось. Я знал в глубине души, я знал, что отец жив. Я никогда не верил в него так сильно, как сейчас. Он говорит, что мы оставим прежний мир в прошлом. И это прекрасно, потому что я больше не хочу видеть это проклятое месиво. Пусть утонет в водяном аду. Я поднимаюсь наверху в новый Эдем. Не, погоди. Это провода. Да сука, блядь. Так, ты меня бесишь. Почему охуево? По-моему, я еще должен был сейчас сделать задание, или сколько их надо убить. Так, еще одного. Ну, если повезет, то да, здесь будут. Я не думаю, что он здесь один. Ты меня не пугаешь, блядь, скотина. Ебать. Я чуть, блядь, не обосрался. Фух. А я его не сразу приметил, блядь. Так. Давайте уплываем отсюда нахрен. Вот это, блядь, махина, блядь. Откуда она здесь? Да откуда здесь вообще животные взялись? А. Мне сюда. Вот в ту дверку. Я вышел отсюда. Последний. Еще раз так меня назовешь, я тебе лично кастрирую, блядь. Я знаю, что у нее их нету, блядь, но я ее кастрирую все равно. Слушай, ты сейчас вообще супергерой, да? Типа человек фитнес. Ты справишься, я в тебя верю. Ну еще бы ты меня, блядь, не верила. Хорошо.
А ты где сама? Она что, до сих пор стоит на том же самом месте? О, я люблю тебя! Люблю, друг срачки! Я буду жить! Я не умру! И ты не умрешь! Вместе будем баландаться тут! Обзавестись бы нормальным жильем! Надоело морозить сиськи в лесу! О, супер! Давай сюда! Ах, ты моя симпапушечка! Она снова с нами! Как же это облегчит мне жизнь. Теперь, когда расчесываешь укусы, можно не бояться занести инфекцию и помереть от сепсиса. Ну, спасибо. Респект тебе. Я вообще собиралась помогать людям, все такое, а не корешки в грязи дергать. Можно я пойду с тобой? Устрою лабораторию у тебя в саду или где угодно. Прокачаю твою иммунную систему. Будешь чувствовать себя зашибись. Конституция, вот это вот, все. Я, короче, там сейчас обустроюсь, да? Ну все, я пошла, обживусь там. Еще раз спасибо, дружочек. Ладно, короче, пока она идет, я пойду открывать дверь. А с вами мы увидимся уже в следующей серии. Так что спасибо всем, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.